Всем привет, меня зовут Елена Коваленко, я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. Скажите, часто ли вам задают такой вопрос, а чем ты занимаешься, и вы не можете ответить на этот вопрос, потому что вам кажется, что сетевой это очень плохо, это как-то грязно, это как-то непривычно для человека, и вы не знаете, как преподнести этот бизнес. Я могу дать вам рекомендации, как я это делаю, и можете применять это в своем бизнесе. Я говорю так. Это смарт-бизнес, то есть умный бизнес. Он сочетает в себе сразу три направления. Первое – традиционный бизнес, второе – партнерская программа и третье – франчайзинг. Ты можешь выбрать или одно направление, например, партнерскую программу, или традиционный бизнес, то есть открыть свой магазин, или же франчайзинг, то есть ты можешь предлагать другим людям открывать свои магазины или открывать бизнес. Если в вашей компании нет, например, такого направления, как традиционный бизнес, то можно оставить два других направления. Вы можете варьировать это под себя. И таким образом вы рассказываете об этом бизнесе красиво. Но если человек не хочет слышать слово MLM или сетевой маркетинг, если у него в подсознании, что это что-то такое не очень хорошее, дайте ему услышать красивые слова. Суть от этого не меняется, но человека это, может быть, заинтересует. Однозначно это заинтересует. Поэтому, если вам понравилось то, как я преподношу этот бизнес, с удовольствием применяйте это, и я желаю вам побольше партнеров в вашем замечательном, шикарном бизнесе. Если у вас есть свои рекомендации, вы можете оставить их под этим видео. Напишите их, пожалуйста. С вами была Елена Коваленко. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!